Небо Рязани раскрасили шары со всей России. Город принимает воздухоплавателей нашей страны. Фестиваль «Небо России» традиционно состоит из двух частей. Это воздушные игры и спортивная программа. В этом году впервые в Рязани пройдут сразу два чемпионата России по воздухоплаванию. Соревнования среди женщин-пилотов тепловых аэростатов и молодежный чемпионат. О других спортивных событиях сразу после новостей культуры.